Тут у нас голубцы, тут у нас мясо. Вот это у нас, вот это у нас, это я готовила ребрышки с гранатовым соусом. Это еще одно мясо. Вот сейчас индюк будет. Это у нас шашлык, шашлык, картошка. О, вау, это у нас сладкий стол. Смотрим, медовичок домашнего приготовления, торт нереальной вкусноты, фрукты. О, вау, безделушки, это я хочу. И этот какой вкусный. А это желе, тоже домашнего приготовления, такая вкуснота. Ребята, это сказка, это классический Новый год. А тут сидит наша молодежь красивая. Красиво, интеллигентно. Да? Скоро все начнется. Скоро все начнется. Ура! У нас американцы перемешку с нашими русскоязычными украинцами. Красота. Это наша Олечка. Красоточка. In Russian, we're all pray for God, for God's Spirit to give you the translation. Наполнил сегодня своей милостью, благостью, любовью, Господь, чтобы мы увидели, как Ты велик и чуден. Спасибо Тебе, Господи, за каждое мгновение жизни, и помоги нам ценить все, что Ты делаешь. We pray, Lord, that You will bless and fill this place with Your presence and help us appreciate every moment of life that we live. And Father, I thank You for this amazing group of people that love You and here, Father, to worship You. And we want to welcome a new year into our lives, but we first of all welcome You into this place. And lead us, Father, through songs and music and through everything that is going to happen in this place. It's all for Your honor and glory and for this fellowship of believers. In the name of Jesus, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, слава Тебе, Господь, за все. Аминь. And I want us to spend the time in prayer, and maybe at every table people will say a few things that they're grateful for. Three reasons for what you're grateful for. Давайте встанем, давайте. Let's stand up and let's pray. И давайте, сколько вам нужно времени для этого. However much time you need for this. Помолимся, и я в конце. Take the time to pray and say three things you're grateful for to God. Славим Тебя, что Ты наш Бог, что Ты никогда не оставляешь нас. Господи, Ты всегда с нами, в любую минуту. В трудности, в болезни, в печали,
мы всегда ощущаем Твою помощь и Твою поддержку. Я благодарю Тебя за каждое сердце, за каждого человека, за всех, кто присутствует, Господи, за тело Иисуса Христа. Наполни и благослови. И, Господь, Ты приготовил нам обилие Твоих благословений в следующем году. Но мы очень благодарны Тебе, Господи, за 23-й год. Потому что, Господи, мы хотим видеть духовным взглядом. Мы хотим видеть, что Ты можешь взять в свои руки. И как Ты можешь это преобразовать. Чтобы оно послужило во благо и для славы нашего Господа. Я благодарю Тебя за это общение. И прошу Тебя, Господи, чтобы сегодня мы сблизились еще больше с Тобой и друг с другом. Благослови также, Господь, пищу, которую мы готовы принять. Это Твоя благость, Твоя милость, Твоя заслуга, Господь. Мы даем Тебе славу. I thank You, Lord Jesus, for this beautiful moment, for the body of Christ, and I thank You for the Holy Spirit, for being filled with Your power and strength, and Father, empowered by God, and we're ready, Father, to take whatever task You have for us, because You will always be with us. Your presence is amazing. You never leave, never forsake, and your provision is greater than we could think. And we thank You for every moment of life that we experience with You, God. And I pray, Father, for those who have not done that, that by the Holy Spirit they are driven to You today, that the Word of God will fall on the good soil, will produce, Father, many more times the fruit. Father, that many will see the work of God, and You will be glorified and praised through this place, through this church, through this community, Father. Not just the Ukrainian, Russian, or any other nations, but Father, anyone who is around us will know the name of Jesus. In His name we come to You. Amen. Amen. Пусть Господь благословит и... May the Lord bless you. Приятного аппетита. Enjoy the food. И я уже передаю эстафету следующим. Да, идут. Дима молодец. Марина, вся Украина гордится тобой. Давай, Марина. Если она останется живой и здоровой. Солнышко, ты сушила эту паркетку. Ничего себе подарочек. Это сила. Вот это тяжелый, да. Тяжелый. Вот это класс. Всегда добрый, позитивный, дружелюбный, не противный. Любит вкусненько поесть. Угадайте, кто это есть? Пастор Алекс. Пастор Алекс. И расскажет. Держит в курсе уж всех нас. Это Томный, тихий, неказистый. Он в тени своей жены. Кому надо принести, он всегда на помощь. Уж от тысячи вы такой наш. Виталий! Он наш единственный. Первоклассный, пунктуальный человек. Держит слово всегда классно. И ответственно стоит на святых ногах прекрасных. И умом всегда близки. Кто у нас так хорошо на Рождество про святые ноги говорит? Миша! Миша, ну да. Мы про его жену теперь мы послушаем. Всегда вовремя подскажет, если надо, прибежит. С добрым делом, с умным видом. Всем поможет, подбодрит. И всегда она прекрасна. Чтобы не было вокруг, она лучше и лучше друг. Миша и Ольга. Миша и Ольга. Да. Леся, я думала, это про меня. Все покажет. Раз за разом воскресенье радует своим наспением. Всех обнимет, расцелует. Пожелает доброты и с участием всех выходит из печальной темноты. Катя, это наша Катечка.
Україна щирий він, вишиванку має він. Господа не полюбляє, хрещення йому справляє. Креативно, интересно, с камерой в руках она, как сердючка выступает, веселит народ она. Это Юля. Юля. Это жена. Юле привет. Юлечка, привет. Еще предпоследний. Зажигалка, заводилка, хохотушка и немножечко болтушка. Мастер всем детей вокруг, организует всех свой круг. Всем поможет, не откажет и добро свое покажет. Любим мы ее все тут за прекрасные. Это Оля. Наша Олечка, наша Оля. Девочка-красоточка. Оля, ку-ку. Повидал он жизнь немного, обскакал почти весь свет. На своем коне железном, равных в этом ему нет. Дома лучше ста хозяйкой, он посуду уберет, холодильничек помоет и листочки загребет. Вот неделька пролетела, и труба уж путь зовет. На своем железном коне поскакает он вперед. Это твой супруг Яков. Яков, привстань. Кто же это? Яков это... Ничего себе, у тебя дар поэтессы. Это как ты так смогла? Я дошига, Алина, за тобой. Господь мой Бог, за дело твое, Спаситель Христос, ты в руку мне дал. Святую твою, своим ты назвал. Тебя я люблю, ты понял меня. Из длинного рва, из мира греха, из плена и зла. В одежды одет, что снега брели. Дал новую жизнь и новых друзей. Меня искупил, ты крови своей. Грехи мне простил. Спасибо тебе, спасибо тебе. Мы вызываем следующего. Теперь ты, Ева, должна это все рассказать. Лена. На Новый год надо его поймать, и он находится под адресом домовой 12А, что-то красное, и я главный детектив, и даю информацию тебе. Следующий. Зовите следующего. Я Шерлок Холмс. У меня домовой 12. Нам нужно найти что-то красное. Домовитое. Альбина, придется передать информацию. Альбина, передавай Саше информацию. Я Шерли. Слушай,
хотите узнать оригинал? Да. Оригинал. Поступила информация о том, что злостный рецидивист Сидоров, объявленный в международный розыск, будет отмечать новый год по адресу деревня Красные Орлы, площадь добрых традиций. Я благодарю. Дом 12А. Надо его повязать. И Ева, старший опер группы. Я там вывел на карту. Ой, уже рот. Ай, это испорченный телефон. Супер. Хорошо, давайте еще 4 других. Еще раз. Давайте. Альбина. Хорошо, закрываем. Закрываем двери, заходим. Дима, я читаю один раз, потом надо будет пересказать. Все, тишина. Когда космонавт Леонов впервые вышел в открытый космос, он оторвался от корабля и стал вращаться, и ничего не мог поделать, так как в космическом пространстве ему нечего было оттолкнуться. Потому что, а потом он все-таки поймал трос, но столкнулся с новой проблемой. Его скафандр в открытом космосе, раздулся, и он не мог протиснуться обратно в корабль. На силу он это сделал. И все? И все. Следующий. Ну, это круто. Та-та-та. У него там жучок в ухе, я знаю. Советский космонавт Леонов, когда выходил в открытый космос из своего корабля, вышел, его начало крутить, потому что он в открытом космосе не за что зацепиться. В конце концов он поймал свой трос и начал возвращаться. Но его скафандр раздуло. И он на силу это сделал. Еле сделал. Еле залез обратно. Да, Дима молодец. Мне практически идентично. Аутирование у тебя на чеке. Да. Космонавт по имени Леонов. Леонов. Он вылез своей ракетной в открытый космос. И его там начало крутить, потому что да нет гравитации. Ниндзя, подскажи. И он потом все-таки взялся, и он залез потом в ракеты. Нормально, пойдет. Молодец. Ну, я пересказал. Да, а Яков потом всем расскажет. По обрывочным... Хорошо. Короче, советский космонавт Валерий Леонтьев. Валерий Леонтьев летел в ракете. И он захотел отпраздновать Новый год. Он покинул ракету. Зацепился за трос, сел обратно в ракету и улетел на землю. Трос не забрал. Трос не забрал, да. Теперь, Яков, твоя версия.
Версия, наверное, Валерий Леонтьев. Я бы сказал бы, ну ладно. Состояние было очень хорошее, раз он стал космонавтом. Гонорар повыше, да. Вот, и он приземлился на планете Земля. Остановите землю, я сойду и скинул трос, спустился по тросу, потом он передумал идти, потому что снега не было, поднялся назад, придумал песню «Дельтаплан» и улетел. Но как он прилетел, если он трос не закинул? Она спрашивает, о чем была проповедь? А кто такой Валерий Люн? Кто придумал «Дельтаплан»? Космонавт советский. Оригинал студии, пожалуйста. Да, когда космонавт Леонов впервые вышел в открытый космос, он оторвался от корабля и стал вращаться, и ничего не мог поделать, так как в космическом пространстве ему не от чего было оттолкнуться. Потом он все-таки поймал трос, но тут столкнулся с новой проблемой. Его скафандр в открытом космосе раздулся, и он не мог протиснуться обратно в корабль. На силу он это сделал. И стал Леонтьевым. Мерцают звезды в тишине ночной, уходят вдаль заботы и невзгоды, а ты идешь своих дорогой, ищешь счастье и свободы. Христос зовет тебя, приди, я жизнь. Склонись к ногам ты Иисуса, Христос зовет тебя, приди, я жизнь тебе дам неземную, покой и радость ты возьми. Склонись к ногам ты Иисуса, огорел будто день и погас. И к ним меркнущей цели ступени вперед. Крылья времени вынесли нас на пороге грядущего года, Отец. Простираем мы руки в мольбе и приносим хваленье в единстве сердец. Новогоднюю жертву тебе, повезли. Пасы, чудо,
классная песня очень. Спасибо, Дима. Очень красиво. Везде гроза у меня с духом. Папа говорит, так ты еще что? Говорит, вот у меня был случай. Плывем, говорит, мы на корабле. Везде буря, шторм. Я взмолился. Везде буря, а у нас штиль. Где корабль не пойдет, вижу, ты штиль. Равин думал, думал и говорит, вы знаете, что у вас за случай? Я, говорит, иду в субботу на служение. Иду, говорит, смотрю, кошелек под ногами полный долларов. Суббота нагнуться нельзя, а деньги надо. Что делать? Замолился, говорит, у всех суббота, а у меня четверг. Слушайте, когда вы услышите свое имя, вы должны, соответственно, проявить себя. И максимум отобразить тот, кто у вас в этой бумаге. Итак, мы с вами узнаем их актерские способности. Мы слушаем сказку. Сказка «Теремок». Да, на сцене. Хорошо. Построила муха терем и живет в нем. Муха. Что у нас, мухи нет? А мухи не было? Только не жужжи. Муха терем и живет в нем сама. А тут бежит блоха попрыгуха. Увидала теремок и стучится. Кто-кто в терему? Кто-кто высоко? Я муха горюха. А ты кто? А я баблоха попрыгуха. Иди ко мне жить, да. Стали они вдвоем жить. Летит комар в песку и скучится. Пескун! Кто в тереме, кто в высоком. Я муха. А ты кто? Я комар песку. Иди к нам жить. Бежит мышка, наружка и стучится. Кто-кто в тереме, кто-кто в высоком. Я могу подумать, что у меня брюхо. Я блокаду. Я комар. А ты кто? Я мышка-нарушка. Я мышка-нарушка. Вы не влезете. Скачет мимо лягушка-квакушка. С детьми. Кто-кто в тереме, кто-кто в высоком. Это я муха-цикатуха, позвоночная брюха. Я муха-цикатуха, позвоночная брюха. Я комар-цикатуха. Я мышка-тарушка. А ты кто? Многодетная лягушка. Иди к нам жить. Идет зайчик-попегайчик. Ничего себе, Бакс Банни. Ничего себе, Бакс Банни. Nice style. Кто в тереме, кто в высоком? Я муха-цикатуха, позолоченная брюха. Я блоха попрыгуха. Давно? Лена, Лена, ты заяц, не олень. А я зайчик, побегайчик. Ничего себе. Не бегаю, да зайчикаю. Не влезь. Здравствуйте.
Значит, бежит мимо лиса. Стук-стук. Дерево, кто высокий. Я муха-цикатуха, позолоченное брюхо. Я блоха, попрыгуха. Я без понтура. И лягушка-клопушка. Я зайчик-побегальщик. А ты кто? Ой, такая удивительная. Ты же лисичка-сестричка, иди к нам жена. И так идет волк. Ты треснешь их съесть. Я муха-цикатуха, позолоченное брюхо. Я муха-попрыгуха. Я комар-петух. Лягушка-клопушка. Я зайчик-попрыгунчик. Из плейбоя. Сестричка, а это я вам. Я волчище. Ласкава просто. Серый хвостище. Тоже пошел. И вот они живут в теме. Ну кто-то у нас отсутствует, кого-то нет у нас. Кто? Медведь. А медведем у нас будет кто? Саша! Медведь Шатун! Из Харькова! Реви! Реви! Муха, ты высокая! Муха, ты готова! Я медведь косолапый. Ну полезай к нам. Вот медведь полез в теремок. Медведь лезет. Лес. Многодетный. Лес. Никак влезть не может. Ты говори. Я лучше у вас на крыше пошел. Я лучше на крыше пошел. Потом ты нас раздавишь. Нет, не раздавлю. Нет, не раздавлю. Ну полезай на крышу. Сел медведь на крышу и раздавил теремок. Красиво успели из него все. О, молодцы! Супер! Спасибо. Ура! Ура! Это прямо у нас здесь, прямо возле церкви. Супер! Еще хотим! Еще! Они просто, видите? С Новым годом! Еще нам мало! Ура! Ура! Давай! Американец зажиточный! Шоу нам! Все нужды, которые у нас есть, чтобы Господь
мог обязательно покрыть эти нужды своей любовью. И хочу, чтобы мы обязательно провели это время в молитве и могли собраться за нашими столами. Кто находится еще где-то в коридорах, подходите к молитве. И у меня есть такая особенная просьба, потому что я знаю, что каждый из вас особенный, каждый из вас здесь, в этом городе, в этой церкви, не случайно. Я думаю, что есть Божья воля, что вы здесь, и вы уже принимаете большое участие. И я хочу, знаете, о чем, чтобы мы могли помолиться. И зная, что я здесь по Божьему призванию, спросите Господа, что бы Он хотел из вашей жизни, ваше служение, что-то здесь, в этой церкви, в нашей общине, в нашем городе. И я думаю, что этот город, и этот год, и эта церковь, и каждый из вас, Бог сделает что-то, что-то особенное. И я хочу, чтобы это особенное свершилось. Чтобы не просто это было нечто абстрактное, отдаленное, но 24-й год действительно был годом перемен. И как я говорил, мы много с вами прошли, и мы с вами пройдем еще больше. Господь нас не оставил, и Он, наоборот, вас поставил, призвал, и вы, как самые верные, любимые у Бога, вы здесь, и Бог обязательно что-то сделает через вас. Давайте в молитве поблагодарим Его и попросим Его, чтобы Он наполнил, чтобы обязательно исполнил, обязательно вырастил вас лидера и последователя Иисуса Христа. Давайте за каждым столом, там, где вы находитесь, мы вместе можем встать. И если Бог побуждает, у нас осталось, на самом деле, 4 минуты. И давайте эти минуты проведем в молитве, чтобы вот этот переломный момент, переход с 23-го к 24-й, прошел в нашем общении с Богом. Давайте будем молиться, и кого Бог побуждает, молитесь. Молитесь вслух, молитесь про себя, просто молитесь. И мы в 12 часов будем молиться вместе. Милосердный Господь, я благодарю Тебя, Господь, за этот день. Я благодарю Тебя. Год, удивительный год, Господь, в который мы попали в Америку, Господь, в январе месяце. Я благодарю Тебя, Господь, за все чудеса, которые Ты сделал для нас. Я благодарю Тебя за всех братьев и сестер. И столько людей, Господь, мы узнали в этом году. За эту церковь теплую, Господь, которая приняла нас. За то, что мы в безопасности с нашими детьми, Господь. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за то, что мы чувствуем себя здесь, как дома, Господь. За то, что Ты нас взращиваешь. За то, что Ты нам помогаешь, Господь, во всех наших вопросах. Боже, я благодарю Тебя за огромное количество благословений, которые Ты посылаешь для нас. Намного больше, Господь, чем мы, Господь, даем Тебе внимание, Господь, своего. Ты и так заботишься о нас, Боже. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты так нас любишь, Господь, что дал нам эту замечательную церковь, дал нам, Господь, служение нам по силам, Боже. Прошу Тебя, благослови эту церковь, благослови, Господь, ее ростом и развитием. Направь сюда еще множество людей, Господь. Я знаю, что сюда приедут еще люди, Господь. И я прошу Тебя, чтобы она была полная, Господь, эта церковь. Чтобы было много служителей, Господь, чтобы было много деток, чтобы много было людей в прославлении, Господь, чтобы все ниши были заняты, Боже, прошу Тебя, чтобы она радовалась, эта церковь, и ликовала в ожидании Тебя, Боже, Господь. Прости, если я что-то говорю не так, помоги, Господь, мне духовно всегда быть близкой с Тобой, Господь, всегда ожидать Тебя, всегда быть готовой встречи с Тобой. Слава Тебе, Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Отец мой небесный, Господь Иисус, благодарю Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь в моей жизни, Господь. Прости меня, Господи, в каких моментах я, как ребенок, Господь, бабочный, непослушный, Господь. Также, Господь, прости меня, если что-то помыслил злое, либо посмотрел, Господь, Ты меня очистил. Спасибо, Господь, что Ты меня обличаешь. Также, Господь, благодарный за все, что происходит вокруг меня. Господь, помоги мне искать Твои руки, идти за Тобой. Аминь. Аминь.
я благодарю Тебя, Господи, за каждое сердце, за то, что мы ликуем и радуемся, и мы верим, что Ты преисполнишь, мы верим, что Ты сделаешь все возможное. И мы, Господи, сегодня призываем Твою силу, кровь Иисуса Христа. Она сильнее любых действий лукавого, который хочет убить, украсть и погубить. Мы сегодня в Твоих руках, и мы верим в победу от Господа, и мы будем ликовать и радоваться, видеть, Господи, плоды Твоих рук, и каждый это мощный служитель в Твоих руках. Я верю, уверяю каждого человека, который здесь, Тебе, Господь. Употреби там, где они есть, на каждом месте, Господь, чтобы имя Твое славилось. И мы, Господи, просто будем в удивлении от всего того, что Ты будешь творить и делать в этом новом году. И Тебе, Господь, будет честь, хвала и слава во имя Иисуса Христа, Отец и Дух Святой. Аминь! Аминь! С Новым годом! С Новым годом! Далее, вообще, благодарим Господа за вас, спасибо вам за ваши подарки, за ваше внимание, за ваше спасибо служение. Спасибо вам за вашу церковь. Спасибо большое, да, Олег, слава спасибо, Богу, вас любит. Да, Виталий. Да, слава Богу. С Новым годом, сестра. Спасибо, что вы есть у нас. Есть. Я вас так люблю. Взрывают?